Свои первые видео на YouTube-канал Василиса Ефимова сняла около года назад. Тогда она распаковывала свои подарки ко дню рождения. Чуть позже девочка узнала про сетевой бизнес и решила попробовать себя в нем, а навыки создания видеороликов использовать для рекламы. На вопрос, зачем ей вообще работа, Василиса отвечает четко. Я хотела, чтобы у меня было много денег. Много денег – понятие относительное. Василиса не имеет в виду миллионы. Девочка хочет сама заработать на новый телефон. Бизнес и творчество не отвлекают школьницу от главного. Она успевает успешно учиться и заниматься сразу в двух секциях – художественной гимнастики и плавания. Мама Василисы бизнес-начинание девочки поддерживает и даже порой помогает снимать ролики. Последний раз, когда я снимала распаковку, мне помогала мама, потому что хоть в Инстаграме есть такая функция «свободные руки», но все же я не могла вот так вот тянуться, выключать и включать. Познакомиться с творчеством юного бизнесмена-блогера вы можете в Ютубе или Инстаграме. Профили девочки можно найти по ее имени – Василиса Ефимова. Лидия Шулаева, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24».